его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. 30 марта на сцене Центра внешкольной работы «Истоки» студия «Дебют» представила программу, посвященную Дню театра, традиционно отметив свой 19-й день рождения. В программе сценическое чтение стихотворений, басен, отрывков из произведений классической литературы. Стихи б я внес, дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокос, грозы раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо, фольварков, парков, рощ, могил, свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука. Выразительно, легка и чиста, как поют ласточки. Как зовут тебя, крошка? Ассоль, сказала девочка, пряча в корзину подданную Эглем игрушку. Хорошо, продолжал старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала, ведь так? Ты разве видел? С сомнением спросила Ассоль. Тебе кто-то сказал? Или ты угадал? Я это знал. А как же? Потому что я самый главный волшебник. Зрители слушали знакомые романсы, затаив дыхание и боясь спугнуть нежную и трепетную, как сами участницы дебюта, музу театра. Назареты ее не пути, Назаре она сладко так спит, утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках лани. Даже поэзия Владимира Высоцкого приняла в этот день хрупкий, пленительный образ. А это эксперимент, чем не раз удивляла зрителя студия Светланы Булатовой. И чудаки еще такие есть. Вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт. Такого же неровного дыхания! Приятным моментом программ, подготовленных для празднования Дня театра, всегда становится выступление выпускников. Театр – это работа в связке, взаимная поддержка, сосуществование на сцене. Все как в жизни, и именно научить понимать жизнь помогают занятия в студии. Научить поддержать ближнего, подставить плечо, не подвести. Парень в горах! Неа! Если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и вниз, оступился и в крик, значит рядом с тобой чужой! Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Поздравление от главы города Игоря Красавина передала театралам начальник комитета по образованию Татьяна Панкова. Глава города Игорь Петрович Красавин не смог
присутствовать у вас на празднике, но просил меня передать вам слова благодарности и поздравления за ту победу, которую вы привезли в конце этой недели, в четверг, с международного конкурса, и просил вручить благодарность администрации городского округа Электрогорск. Администрация городского округа Электрогорск благодарит театральную студию «Дебют» в лице руководителя Булатовой Светланы Федоровны за победу в 11-м международном фестивале детского и юношеского творчества образовательных учреждений «Славянская мозаика». Ребята привезли диплом, вот скажите мне, лауреата. Лауреата. Да, молодцы, поаплодируем. Молодцы, спасибо. Поздравили ребята руководителя Светлану Булатову представители отделения «Чернобыль», ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии Валентин Куклев и Ольга Бобинова. Дети растут, растут их таланты, под чутким руководством трудолюбивых учителей растет Электрогорский театр. С днем театра, с днем рождения! Оваций, поклонников, творческих успехов!